Так, у меня вроде не мешает ничего, сейчас, секунду. Здравствуйте, ребяточки. Сегодня 1 марта 2023 года. Наступила весна. Слушайте, я вообще ничего не вижу, подождите. Так слепит. Прибыл на Хованское кладбище. Ну, поклонники группы «Ласковый май», наверное, помнят, что 1 марта 1992 года умер Игорь Игошин. Один из участников группы «Ласковый май». В группе «Ласковый май» он был ритм, на барабанах, на клавишах стоял. Был он в самом первом составе группы «Ласковый май». Состав во главе с легендарным маэстро Сергеем Кузнецовым, которого не стало, к сожалению, в том году. К нему, кстати, мы тоже обязательно доедем. Это город Оренбург. Вот, и сегодня Игорь Игошин. 1 марта 2023 года. Ровно 31 год. Как нет этого молодого парня, который в 19 лет, к сожалению, умер. Версий его смерти несколько. Одна из них, что в районе текстильщиков гуляли на свадьбе, куда был тоже приглашен Игорь Игошин, где происходит какая-то заваруха, какой-то скандал. Игоря избивают, отводят домой, закрывают на ключ. Это я озвучиваю одну из версий, которая есть в интернете. Закрывают его на ключ, чтобы он не сбежал, чтобы заваруха дальше не продолжалась. Сами понимаете, организм молодой, кровь кипит, плюс наверняка был алкоголь. Его закрывают дома, ну и как бы гулянка продолжается. Игорь, естественно, кровь кипит, алкоголь, хуё-моё. Пытается выбраться из квартиры с 4-го этажа. Спускаться начинает по водосточной трубе, срывается, падает на козырек подъезда. Умер он в реанимации. По информации из интернета, что там и ушибы были, и, я так думаю, были переломы. И, естественно, как сказано, сотрясение мозга. Но я так думаю, упав с 4-го этажа, там будет не только сотрясение мозга, там, наверное, вообще сотрясется все, что есть в организме. Ребятки, человека не стало, как я говорю. Главное помнить, и сегодня, 1 марта 2023 года, я от всех поклонников Игоря Анатольевича, у него отчество, Игоря Анатольевича Игошина, прибыл, добрался до Хованского кладбища, западная территория Хованского кладбища, чтобы возложить букет белых роз и поставить красивый портрет Игоря Игошина, он у меня в руке. Портрет от нашей компании, ритуальный, от нашей, не от нашей компании, а от ребят во главе с Александром, которые изготавливают такие красивые, качественные, фирменные таблички, портреты. Кстати, они сейчас, я у них узнавал, они еще работают сейчас не только над портретами для могил, но и изготавливают также просто красивые картины. В обработке все это делается, чистится, ретушь идет, как бы все это делается красиво, очень оформлено, качественно. Поэтому рекомендую. Ссылочки на компанию «Ритуальные таблички», которые нам и предоставила вот этот вот портрет красивый, абсолютно, ребятки, бесплатно. Это, скажем так, знаете, наше совместное такое доброе дело, которым мы вместе с ритуальными табличками занимаемся. Я им очень благодарен за такие красивые портреты. Сейчас мы дойдем до могилы Игоря Игошина, по-моему, участок 8Н, западная территория Хованского кладбища. Дойдем до его могилы, и там уже я поставлю. Я так думаю, так как на днях тут был сильный снег в Москве, метель, я думаю, там сильно все завалено, я постараюсь сейчас все это все равно поставить. Купил искусственные розы, ребяточки, объясню почему. Я много раз говорил, что я не люблю искусственные цветы и всегда возлагать стараюсь живые, как говорит хозяин YouTube канала «Твоя душа», я опять как всегда имя забыл, говорит «живая энергия». Сегодня будет не совсем живая энергия, но будет красивый букет белых роз, который будет стоять, я так думаю, и летом, и осенью, я думаю, он год, а может быть и 2 года, а может быть и больше, простоит на могиле Игоря Игошина. Я купил хорошие, красивые белые розы. Да, они искусственные, но они красиво выглядят. И думаю, что они украсят могилу Игоря Игошина. Мы были осенью прошлого года на его могиле, но так получилось, что ролик тут пришлось удалить. Поступила у нас угроза-жалоба от одного из легендарных участников, я об этом уже говорил. Но я рад, что благодаря тому ролику мы, скажем так, знаете, активизировали людей, поклонников. И сейчас знаю, что идет сбор на установку памятника. На могиле Игоря Игошина памятник сломан, он упал, камень сломался. Вот знаю, что идет сбор на памятник, уже как бы, по-моему, по моей информации, сумма уже собрана, памятник будет стоить около
по-моему, 90 тысяч, могу врать. Сделают очень интересный проект. Я думаю, что все будет хорошо, все получится. Ссылочки я оставлю, если вы захотите скинуть какую-то копеечку, поучаствовать в сборе на памятник, то я ссылочки оставлю на людей, которые официально ведут сбор. Это не мошенники, не обман никакой, ребятки. Поэтому вот, имейте в виду. От своего канала, от компании «Ритуальные таблички», на которых я тоже ссылочки оставлю в этом ролике, в описании. 1 марта, первый день весны 2023 года, мы возлагаем портрет и букет белых роз на могилу Игоря Егошина. Двигаемся. Однажды все проходит безвозвратно. И чувства, и надежды, и мечты. Все то, что от души, всегда бесплатно. От нежности до теплой доброты. Но если бы мы знали, что однажды увидим близких лишь последний раз, то в тот момент нам было бы очень важно не то, что будет завтра, а сейчас. Сейчас живем, целуем, обнимаем. Сегодня часто спорим ни о чем. А завтра мы самих себя ругаем. Но только день вчерашний не вернем. Ходим мы, и нас порой бросают. Другим уходят и на небеса. Глаза, как тучи капли, разбросают. Черна, как сажа, жизни полоса. И кажется, не будет встреч чудесных, и искренних признаний не вернуть. Что будет завтра, мне неинтересно. Ведь жизнь, она сейчас, и в этом суть. И если есть кому в любви признаться, кого обнять, кому сказать «прости», то нужно сделать и не сомневаться. Ведь в прошлое дорогу не найти. И к будущему тоже не добраться. Не долетит крылатый самолет. Сегодня нужно жизнью наслаждаться. Спешить туда, где кто-то очень ждет. Так, ну что, ребятки, без особого труда мы нашли могилу Игоря Егошина. Напомню, участок 8Н, 1 марта 2023 года. Сегодня 31 год, как Игоря Егошина нет с нами, нет в мире живых. Его могила сейчас – это один сплошной сугроб. Но кто-то, кстати, недавно был, принес розочки. Это здорово, молодцы, ребятки. Портрет обязательно сейчас поставим. Это зеркальное отражение, не обращайте внимания. У меня огромная просьба к поклонникам и к людям, которые придут на могилу Игоря Егошина, когда растает снег. Я думаю, скоро это произойдет, потому что по прогнозам Росгидрометеоцентра скоро будет потепление, и все это начнет таять. Ребятки, огромная просьба, когда придете, пожалуйста, поставьте этот портрет аккуратненько, ровненько, ладно? Потому что, к сожалению, я не могу часто здесь бывать. Кто из вас в следующий раз здесь будет, пожалуйста, поправьте портрет. Сейчас я аккуратненько постараюсь его поставить прям вот возле креста. Я всегда говорю, ребята, главное помнить. От нас цветы, белые розы и портрет от ритуальных табличек и от YouTube-канала Андрей Флор на могилу Игоря Егошина, одного из участников легендарной группы.
Ну вот, ребяточки, мы побывали на могиле Игоря Анатольевича Игошина, одного из участников легендарной группы «Ласковый май». Объясню, если есть желающие, как доехать, ребят, едете до станции метро Саларьева, выходите в сторону 600-го автобуса, это первый выход, выходите на улицу, слева переходите дорогу, там видите ряд остановок, находите остановку, с которой идет автобус 600-й, и на нем доезжаете до остановки Хованское кладбище, западная территория, и двигаетесь до участка номер 8Н, где захоронен Игорь Игошин. Помним, любим, вспоминаем, а это главное, это ценно, я считаю, ребятки. Впереди у нас много интересных роликов. Я, конечно же, ребятки, жду от вас комментарии. Ссылочки все нужные я оставлю сейчас в описании к этому ролику, либо где-то будет в комментариях прикреплены ссылочки на группу поклонников Игоря Игошина, также на наш телеграм-канал, также на ритуальные таблички обязательно оставлю все координаты. Спасибо им огромное за такую красоту, которую они сделали. Вы видели этот портрет, как он красиво смотрится. Я реально понимаю, сейчас будет таять снег, все равно все это осядет. Наверняка портрет завалится, цветы тоже сейчас все это утонет в этом снегу или в воде. Поэтому огромная просьба, если кто-то из вас посетит могилу Игоря Игошина, поставьте, пожалуйста, аккуратненько этот портрет от всех нас, ровненько, чтобы он стоял и напоминал нам об этом талантливом парне Игоре Игошине. Ребятки, огромное вам спасибо за внимание. Сейчас я с вами, ребятки, не прощаюсь. Мы с вами двигаемся на Ваганьковское кладбище. 1 марта 1995 года. Это получается сколько лет? Много лет назад это получается, по-моему, 28 получается. Может быть, ошибаюсь, у меня с математикой всегда проблемы были. В общем, много лет назад застрелили Влада Листьева. То сегодня 1 марта, годовщина его памяти. Мы сейчас купим цветы, мы ставим обалденный портрет от компании «Ритуальные таблички». Это сейчас я расскажу, когда уже приеду на Ваганьковское кладбище, когда будем идти, немножечко расскажу про Влада Листьева. Я думаю, вы знаете, кто этот человек, этот талантливый, хотел сказать артист, но он не артист, нет, талантливый телевизионщик. Очень много разных проектов, и «Час пик». Господи, чуть не умер только что, господи, на Хованском умереть, это ж вообще. Ладно, на воде чем упасть, а на Хованском-то вообще, как бы, тут тебя вообще никто не найдет даже. Тут людей-то нет, я один иду, понимаете, я в шоке, вообще, вообще что-то кричу, сейчас скажу, что-то орет, идет. Неважно, этот кусок я вырежу, как всегда. Впереди у нас еще несколько роликов, впереди Троекуровское кладбище, впереди еще раз будет Ваганьковское кладбище, еще будет возложение портретов к нашим любимым артистам. Я по традиции, конечно же, прошу от вас подписочку, оставляйте комментарии. Ставьте лайки, дизлайки, подписка, отписка. Болталка Андрей Флор, телеграм-канал Андрей Флор. Также донаты, ссылочка на донаты для тех ребят, которые помогают копеечкой, кидают денежку. Вам огромное за это спасибо. Все копеечки, так звучит стрёмно, копеечки, да? Ну, просто так приятнее, я же не скажу, потому что... Все ваши огромные миллионы, которые мне кинули, значит, все это идет на покупку искусственных цветов. Конечно же нет, ребятки. Просто спасибо вам огромное за поддержку канала Андрей Флор. Все денежки, которые присылаются, все это и даже больше, ночью я буду уже это лукавить, что даже больше, чем присылается, я трачу на цветы. Квартиру трехкомнатную, яхту я еще пока тоже не купил. Впереди у нас будет болталка, естественно, болталки. На болталке пока не хватает времени. Посылочки пришли, но их надо распаковать. Чтобы распаковать, надо время. Чтобы смонтировать ролик распаковки, тоже надо время. Пока этого нет, поэтому, ребятки, ожидайте. Ролики будут выходить, сейчас буду это все монтировать, стараться по ходу это все выкладывать вам. Пока вы живы, пожалуйста, поставьте мне лайки. Огромное за это спасибо. Оставляйте комментарии. Неважно, плохие или хорошие, вообще не важно. Все равно все умрем. Какая разница? Плохой ты комментарий оставил или хороший. Все равно помрешь. Солнце ушло куда-то, когда мы стали говорить о чем-то грустном, ребятки. Поэтому я вам желаю хорошего настроения, весеннего, тепла. Впереди лето. Впереди много интересных выпусков. Город Воронеж у нас еще в планах есть. Санкт-Петербург на август у нас тоже есть. Оренбург у нас тоже в планах есть. Если нас не убьет никто, пошли угрозы в мой адрес. Не буду пока эту тему поднимать, но идут угрозы. Поэтому вот, в общем-то, как бы настроение скачет из-за вот этого всего, потому что неожиданные какие-то претензии ко мне поперли. У меня есть вы, а у вас есть я. Хуё-моё. До новых встреч. Андрей Флор. Двигаемся на Ваганьковское кладбище. Поехали. Прям, знаете, даже возникает желание назад его забрать.